Да. Вот, да, допустим, мы ему показали, допустим, вот здесь захват, да? И он уже эту руку поставил сюда, да, вот. Все, замираем вот так. Вот. Раз, вот здесь движение, да? А отсюда эта нога в опоре. Вот, и вот здесь его нагружаем, вот. Вот, нагружаем вот сюда, вот. Вот сюда. Здесь его отчитывались плотно, да? И уже мы потихонечку здесь вот перекручиваем. Вот. Ничего не перехватываем, вот так и держим, не перехватываем ничего. С этого же захвата. Забрали с этого же захвата. Если маленький вот здесь заголен, да? Опять вот здесь вот на его руку нагружаем, вторая нога здесь, и его сюда потихонечку переворачиваем. Вот. Тоже 2 балла. На краю ковра даже бывает срочно, нужно 2 балла. Мы его сбили, допустим, срочно. Допустим, время. Здесь вот перекрыли колени. Вот взяли, голень взяли. И вот движение будет. Вот таким движением тащили. И такие срочные 2 балла. Время заканчивается. Поэтому, думаю, сейчас балл отдам, допустим, да. И вот, допустим, сбиваешь, допустим, сбил, балл отдам. И все, и время закончилось, да? Смотри, вот отсюда взял голень. Вот голень взял, эта рука сюда. Эта нога вот здесь поднял. Нагружали его сюда, на него сюда. Вот. И здесь через мост. Через мост вот не пасли. Вот такие срочные 2 балла. Быстрые. Ну, еще вот он стоит, вот берем кисть, допустим, да, вот раз, вот на себя, вот, раз, и уже здесь заправили. Здесь уже заправили, надо не вот здесь сидеть, а вот здесь. И уже потихонечку растягивая его, мы эту ногу контролируем, и уже его опасно положение. Если он оказывается физически сильный, уходит, на живот, вот, это вот. И вставляет сюда, мы его отключаем, вот. Отсюда отключаем. Вот здесь ему очень тяжело. Здесь можно и потихонечку вывести, можно и на какие-то. Если срочно, ему тоже нужны 2 балла. Сделали переворот на какие-то. Вот захват. Вот мы. Все.